Hey everyone, Айрат Сафин, канал Food Style. И сегодня мы приготовим итальянское chicken risotto. Ризотто с курицей. И все, что нам для этого понадобится, это, конечно, курица, чеснок, лук, сыр. Какая итальянская кухня без сыра? Рис. Ризотто готовится из риса. И лучший рис для ризотто – это итальянский рис Арборио. Немножко сливок, белое вино и прекрасный чистый куриный бульон. Начинаем. Куриное филе нарезаем небольшими брускетками. Главная идея в нарезании лука, чтобы он по величине был не больше рисинок Арборио. Поэтому нарезайте лук как можно мельче. Чеснок нарезаем просто пополам. Нам нужна вот эта вот нижняя половинка. Ну и сыр натираем на терке. Это так ароматно. Поджаристый лук. Нам нужно добавить буквально щепотку сахара, чтобы дать карамелизацию луку.
перемешиваем нежно рис, пока он не станет прозрачным. Главное, чтобы он впитал все то масло, которое было на сковородке. И вот тогда начинаем добавлять в него ароматы. И еще раз добавляем куриного бульона. И также доводим до выкипания. Добавляем в наше практически готовое ризотто нашу курочку. Быстро-быстро перемешиваем. И самое время, если вы любите поострее, добавить какую-нибудь перчинку. Можно поперчить. И посыпаем это все обильно сыром. Тарелочки перед подачей для ризотто обязательно разогрей. Либо в духовке, либо в микроволновке, потому что ризотто подается в горячей тарелке, чтобы сыр не прилипал. Ну и отличной декорацией и вкусовой добавкой к ризотто, конечно, послужат помидорки черри. Ну и, если есть, свежая зелень. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал. Лайки, комментарии, все как положено в YouTube. Приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока.